Горы песка, щебня и несколько единиц спецтехники. Работы на улице Университетской не утихают даже в выходные. Прежде чем построить здесь дорогу и тротуары, подрядчикам пришлось рыть траншеи и прокладывать новые коммуникации. Перекладка ливневой канализации, устройство дренажа, устройство берегоукрепления. Это вдоль набережной. Соответственно, выполнены работы по электросетям, вынос и перекладка подстанции, устройство основания под автостоянки, перекладка газоснабжения уже выполнена, остались только врезки. Здесь появятся две парковки для автобусов и легкового транспорта. А ведь совсем недавно здесь был пустырь с заброшенными домами и кучей строительного мусора. Избавиться от всего этого подрядчикам удалось в короткие сроки. А чтобы подготовить основание для паркинга, времени понадобилось больше. Территорию необходимо было засыпать песком и щебнем. Приступить к асфальтированию планируют на следующей неделе. Завершить все работы подрядчики должны до 20 сентября. Очень жесткий контроль, технический надзор. А сейчас идет речь о прокладке, пока не асфальтируют, прокладка сетей. Несмотря на то, что есть определенные сомнения, мы видим, что задаются нам вопросы, вроде темпы замедлились. Нет, все идет в графике, вопросов по набережной у нас нет. Противоположный берег Шексны тоже захватила спецтехникам. Территорию у усадьбы Гальских практически не узнать. Сейчас большегрузы возят щебень, который послужит основанием для будущей дороги и пешеходной зоны, ведущей к пирсу. Рабочие вручную устанавливают бордюрный камень. Благоустроят и дорожку у самой усадьбы. Вот-вот завершится строительство и трех парковок на 739 машиномест. А после здесь установят скамейки, урны и детские площадки. Сдать этот объект планируют 30 сентября. Как только проезжую часть вело и пешеходную дорожку заасфальтируют, начнется самая интересная территория, которую раньше местные жители считали заброшенной, заживет новой жизнью. Здесь появится настоящая зона отдыха с ресторанами, гостиницей, развлекательным комплексом и парком. Построить туристические объекты планируют за счет инвесторов. Напомним, реконструкция территории в акватории Шексны и Ягорбы проходит в рамках федеральной целевой программы. Масштабные работы проводят с 2011 года. Очень положительные эмоции, красиво, и детские площадки сделали, и вот теплоход, то тоже можно зайти посмотреть, пофотографироваться, и храм есть, и дальше вот тоже можно будет погулять, так очень нравится. Вот надо сделать, как в Ярославле. Примерно, хотя бы на стрелке. Ну, тогда будет хорошо. К 2020 году набережная растянется от Ягорбского до Октябрьского моста. Кроме того, здесь появится более 400 новых рабочих мест. Все это позволит Череповцу стать более привлекательным городом для туристов, уверены местные власти. Татьяна Жданова, Денис Катамин, новости.